Проверять газовое оборудование в квартирах специалисты должны ежегодно по нормам безопасности. Мастера смотрят, чтобы все было исправно и не было утечки газа. Прокуратура Нижнекамска нашла нарушение и утверждает, проверяют лишь российское оборудование. Импортные котлы остались за бортом. В нашем городе остаются непроверенными более 3000 импортных котлов. Данные обстоятельства влияют на безопасность и здоровье наших граждан. У руководства Нижнекамскгаз на этот счет своя позиция. Импортные котлы должны обслуживать организации, которые их устанавливали и с кем у них заключены договоры. Я так думаю, что все-таки их немножко ввели в заблуждение. Фактически мы никогда никому не отказываем в заключении договора на техническое обслуживание. То есть это однозначная позиция. Как бы, если нет договора, то и не производится пуск газа. Если бы мы, например, запрещали людям заключать договора с организацией, которая их устраивает в данном случае, то мы нарушали бы закон. После прокурорской проверки предписание получили 3 управляющие компании. Они должны следить за состоянием газовых труб. Нарушение влияет на то, что возможно образование коррозии, то есть возможно образование дыр в трубах. Также выявлены такие нарушения, как отсутствие поддерживающих кронштейнов, видны прогибы. Гургаз уже подготовил письменный ответ в прокуратуру относительно своей работы. А управляющие компании должны устранить нарушения, иначе их ждет штраф. Анна Городнова, Светлана Шумкова, Евгений Лазаев, Ахри Исламов, ТНВ, Нижнекамск.